Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажем текстур пак под названием SmoothHiss для Майнкрафта Pocket Edition. Но текстур пак выполнен в разрешении 16 бит. Ну, поэтому здесь будут такие, так сказать, пиксели. Но вот сразу нам в глаза бросается трава, на которой видно, так сказать, здесь пиксели. Дерево тоже такое пиксельное, но выглядит довольно все забавно. Вот у нас тут бегает овечка. Привет. У нее лицо какое-то страшное, да? Так, давайте сейчас попробую отключить прочитанную графику и посмотреть, как это все выглядит. Ну, выглядит еще хуже, как видите, листья стали как бы хуже без этой графики. Давайте я включу обратно. Все. И давайте пойдем дальше. Ну вот, ну там свинка бегает. Давайте подойдем к ней. Привет! Ух, какая ты упоротая. Да. Животные у нас, походу, здесь упоротые. Вода не изменилась. Такая же, как видим. Так, внизу там какая-то руда. Давайте посмотрим. Походу, это железо, наверное, да? Наверное, железо. Так, ну давайте поднимемся отсюда. Так, вот у нас опять овечка. Иди к нам сюда. Ну, ты вообще на Чунгу-Чангу похожа. Так, здесь у нас есть такие цветы. Тоже изменились, стали желтыми. Ну, желтыми, точнее, пиксельными тоже. Вот тут еще бегает курочка внизу. Вот, давайте. Так, посмотрим елки наши. Елки у нас тоже изменились. Стали тоже другими. Ну, выглядит, по идее, красиво. Если все пиксельное, то все сливается и становится незаметным. Вот у нас тут так выглядят эти блоки все. Тортик, да, как видите. Сразу бросается в глаза. Но, к сожалению, когда мы его ставим, он... У нас почти такой же. Ничего почти не изменилось. Вот так выглядит наша броня с оружием вместе. Мобы не изменились, но яйцо моба, к сожалению. Ну и ладно, книжки изменились. И зелья тоже, к сожалению, не изменились. Но это ничего страшного. Давайте пойдем дальше. Ну, дальше у нас уже почти конец. Уже ограничение карт стоит. Ну, так, мы сейчас давайте взлетим. Давай, взлетай. Вот у нас цветочки еще есть там внизу. Деревьев тут очень-очень много, как видите, и большие, и маленькие. Чат нам тоже изменили. Все стало по-другому. Вот у нас красные цветочки, давайте к ним спустимся и посмотрим их поближе. Ну вот они стали, наверное, красивее. Но, если честно, они похожи на... Вот эти лианы похожи на подводные водоросли, вот. Ну что ж. Очень классный экстурпак, скачивайте и устанавливайте. А я как раз встану на край горы и скажу. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.